Акантикус адонис. Самцы вырастают до метра, самки чуть мельче. Самы всеядны. Происхождение – бассейн Амазонка, Бразилия и Перу. Аквариум для этих самов нужен специализированный, рассчитанный только на самов. Минимальный его объем – 2000 литров. Вода чистая, качественная, мягкая и слабокислая. PH 6,7. Вода не должна застаиваться. Температура воды 22-27 градусов. Оформление. Мелкая галька с большими камнями и крупными корягами. Рыбки перемещаются по всему аквариуму. Количество в одном аквариуме только один. Поведение. Рыбка слегка агрессивна. Разведение в аквариуме. Случаев разведения этих самов в неволе не отмечено. Бормочущий сом. Эти самы вырастают до 12,5 сантиметров. Корм в природе самы питаются червями и личинками насекомых. Происхождение. Заросшие водорослями реки Бразилии, Колумбии, Гайаны. Вид аквариума. Хорошо освещенный специализированный аквариум, где можно укрыться в тени. Впрочем, бормочущий сом неплохо себя чувствует в чистой воде в любом общем аквариуме. Минимальный объем аквариума 120 литров. Вода PH 6-7,5. Температура воды 22-26 градусов. Оформление. Песчаное дно, несколько коряг, под которыми может укрыться в тени, и несколько широко листных растений. Область аквариума. Рыба обитает на дне. Количество в одном аквариуме 2, желательно пара. Поведение. Рыба очень мирная и подходит для любого общего аквариума. Разведение. Информации об этом нет. Касатка сиамская. Рыбы достигают 20 сантиметров. В природе рыбы питаются мелкими ракообразными личинками насекомых. Происхождение. Камбоджа, Таиланд. Вид аквариума. Большой общий или специализированный аквариум. Минимальный объем аквариума 90 литров. Температура 20-27 градусов. Оформление. Песок или мелкая галька, коряги и кусочки муреного дерева, где рыба могла бы укрыться. Область аквариума. Рыбы постоянно курсируют по всему аквариуму. Количество в одном аквариуме. Рыбы защищают свою территорию, поэтому лучше держать их в одиночку. Хотя бы по большому аквариуму можно поселить 2-3 самов, но им необходимо обеспечить много укрытий. Поведение. Ночная рыба. Разведение. Информации нет. Ларикария темная. Самцы и самки достигают 13 сантиметров. Корм рыбы объедается растениями и камушками. Ларикарии – настоящие вегетарианцы. Происхождение. Рыбы очень широко распространены. Они встречаются в Бразилии, Эквадоре, Боливии, Гайане и Перу. Вид аквариума. Специализированный аквариум. Минимальный объем 60 литров. Вода. Качественная вода в идеале мягкая. PH 6,7. Температура воды 23-27 градусов. Оформление. Песчаный субстрат, буковые ветки, коряги, широколистные растения. Область аквариума. Рыбы плавают по всему аквариуму. Количество в одном аквариуме. Группа из 6 экземпляров. Поведение очень мирной рыбки. Разводить этих рыбок довольно просто. Стуризома панамская. Самцы и самки достигают 20 сантиметров. В природе стуризомы – вегетарианцы. Происхождение – Панама. Вид аквариум – специализированный аквариум объемом 90 литров. Вода абсолютно чистая, хорошо профильтрованная, PH 6-7. Температура воды 25-30 градусов. Оформление – песчаный субстрат, древесные корни, ветки, широколистные растения. Область аквариума – рыбки курсируют по всему аквариуму, объедая водоросли. Количество в одном аквариуме – одна пара. Поведение – очень спокойные рыбки. Разведение. Размножаются регулярно. Сомик арлекин. Относительно небольшая рыбка 8,5 сантиметров. В природе самы питаются мелкими ракообразными, мотылем и личинками насекомых. Происхождение. Эти сомики широко распространены в Колумбии и Венесуэле. Вид аквариума. Общий или специализированный аквариум. Размер аквариума 50 литров. Температура 21-25 градусов. Оформление. Густо оселенный аквариум. Тонкий песок и несколько коряг. Область аквариума. В темноте сомики курсируют по всему аквариуму в поисках пищи. Количество. Группа из 4 экземпляров. Поведение. Очень мирная рыбка. В аквариуме не разводится.
ДНМ полосатохвоста. Размер. Самцы достигают 11 сантиметров, самки 23 сантиметра. В природе рыбы питаются личинками насекомых, мелкими ракообразными червяками. Происхождение. Бразилия. Вид аквариума специализирован или заселен расходными по биотопию рыбками. Минимальный объем аквариума 100 литров. Вода качественно темная, торфяная, мягкая вода, слабокислая или нейтральная, чтобы рыбке создать идеальные условия пропустить воду через торфяной фильтр или налить ее в емкость с торфом. Температура 23-28 градусов. Оформление. Белый песок, камни, водные растения, коряги и сухие дубовые листья, которые создадут идеальную среду обитания для этой рыбки. Сомику необходимо место для укрытия. Область аквариума. Рыбки предпочитают перемещаться группами по всему аквариуму. Количество в одном аквариуме группа должна состоять не менее чем из 4 экземпляров. Поведение. Очень миролюбивая рыбка. Разведение. Этот вид можно разводить в аквариуме, но информации об этом нет. Сом – укушка. Самцы и самки достигают 15 см. Предпочитают живой или замороженный корм. Происхождение – Африка, озеро Танганьика. Вид аквариума. Рыбы хорошо уживаются в большом общем аквариуме. Минимальный объем аквариума – 100 литров. Вода. Качественная, жесткая и щелочная вода. Пах. 7,5-8,5. Температура воды 21-26 градусов. Оформление. Песчаный субстрат с добавлением кораллового песка помогает поддерживать необходимые характеристики воды. Область аквариума. Рыбы перемещаются по всему аквариуму. Количество в одном аквариуме 3 или 4. Поведение. Рыбы довольно мирные. Сом ягуаровый. Рыба среднего размера. Самцы и самки достигают 15 сантиметров. Корм. Рыба непривередлива. Происхождение. Бразилия. Вид аквариума. Специализированный или общий аквариум. Соседи должны быть такого же размера и крупнее. Минимальный объем аквариума. 120 литров. Вода качественно хорошо отфильтрованная, умеренно мягкая. Нейтральная вода. PH 7. Температура воды 23-28 градусов. Оформление – песок или мелкая галька, крупные коряги, где можно укрыться и полежать в тени. Область аквариума. Рыбы перемещаются по всему аквариуму. Количество в одном аквариуме – 4. Поведение. Рыбка очень мирная. Разведение в аквариуме. Должно быть возможно. Тигровый сом. Размер 50 сантиметров. В природе хищник, питается мелкая рыба, в аквариуме их нужно кормить мясом и креветками. Происхождение – Бразилия. Вид аквариума – общий или специализированный, но большой аквариум. Минимальный объем аквариума – 200 литров. Вода качественно чистая, насыщенная кислородом, мягкая или нейтральная. PH 7. Температура воды 22-27 градусов. Оформление – песок или мелкая галька, крупные коряги и камни, за которыми можно укрыться. Много места для плавания. Область аквариума. Любят сидеть в засаде, за камнями и корягами, но в целом плавают по всему аквариуму. Количество в одном аквариуме только один. Поведение – это хищник. Можно содержать только с крупными рыбами. Разведение в аквариуме. В аквариуме не разводится.